Буквы имеют свойство заканчиваться, и мы уже пришли к букве У. А у вас не повторялись еще ни разу? Нет. Нет еще. Ни разу. Угадаете ли вы вот это? Кто это? Уравей. Уравей! Уравей! Это что-то такое укусит, что? Укусит, да. Укусит. Это называется уховертка. 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 В ходе одного довольно интересного эксперимента удалось выделить правшей и левшей. А как определили, даже неинтересно, да? Как определили, я потом расскажу. Ну, Сережка, в правом ухе или в левом? Это тест на другое. Да. Слушай, просто ухо, она вертит ухо, соответственно. Вертит ухо. Если она вертит ухо вправо, значит, она правша. Ну, давайте я вам так, я вам подскажу, чтобы сразу мы свернули на правильную стезю, это как-то связано с процессом их оплодотворения. О, все понятно. Причем тут ухо, я извиняюсь. Ну, если справа, то справа, если слева, то слева. Это вообще универсальный ответ, Саня. Мне кажется, везде подходит.